Добрый день, с вами Империя Пикчер, и сегодня покажу вам, как нарисовать круассан маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. А рисовать мы будем в нашем скетчбуке от Империя Пикчер. У нас набор есть ткань непромокайка для маркеров, который мы подложим под листочек, чтобы у нас ничего не отпечаталось на противоположном листике. Берем карандашик мягкости Б. И начинаем намечать силуэт нашего круассанчика. Он самый широкий будет в центральной части, у краев более узенький в виде треугольничков. И теперь мы добавляем вот такие вот слоеные кусочки, которые будут также аккуратненько сужаться. И из них будет состоять весь наш круассанчик. Постепенно сходит на нет. И все вот эти вот линии будут немножечко выпирать. Вот так вот аккуратненько. Так вот у нас и создается силуэт круассанчика. С другой стороны я делаю точно так же. Рисунок готов. Аккуратненько обводим карандашный контур черным линером. А пока вы это делаете, я вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео, и там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Тут можно такие вот сделать полоски тоже между слоями теста. Карандашик убираем теперь после того, как все обвели, он нам больше не нужен, и можем приступать к работе цветом. Для начала возьмем светло-бежевый оттеночек номер 27. Им обозначим самые светлые участки на круассанчике. В основном по верху проходимся. Вот эту часть вообще можно полностью заштриховать. Отступаем. Вот эту часть теперь делаю прям светленькой. Снизу животик тоже можем сделать чуть светлее. Проходимся по низу до конца. И опять же, вот в эти наши как раз таки ответвления мы проходимся по ним, закрашиваем. Вот маркер, когда высыхает, становится уже более похожим на себя. А до этого получается такая мокрая бумага. Ну, ничего страшного. Добавили также кое-где вот таких полосочек еще дополнительных слоеное тесто, потому что оно как раз-таки во многих частях начинает расслаиваться. Далее берем оттеночек номер 32. Это такой у нас оранжевый, желто-оранжевый оттеночек цвета. Мы можем закрасить все, что у нас осталось беленьким у круассанчика. Теперь возьмем цвет номер 27 снова. И пройдемся вот здесь вот по местам, где у нас эти два цвета друг с другом прям пересекаются. Чтобы сделать более мягкие переходы, мы вот так вот проходимся аккуратненько и размываем более темный оттенок. Цвет 140, такой персиковый красивый цвет, придаст нашему круассану более такой тоже свежий вид, ну и и можно добавить темных деталей, например, между слоями, вот тут вот по левой стороне, вот тут вот слева. То есть добавляем тень и получаем более проработанный круассанчик. Также снизу можно вот так вот подчеркнуть, добавить тенюшечек. Далее более темный оттенок возьмем 103-й. Такой прям коричневый, им будут сделаны самые темные участки на круассанчике. Начинаем мы с уголочков и вот так легкими штришочками начинаем добавлять этот оттеночек цвета. Прям чтобы были краешки неровненькие, чтобы было ощущение, что он у нас так поджарился, подрумянился именно где-то на выпирающих корочках. Подштриховываем так сверху аккуратненько, доходим до края на противоположной стороне. Затем 140-м цветом. Также я по краешку прохожусь.
чтобы смягчить переходы и получить более такой натуральный вид. Теперь нам останется добавить только белых бликов с помощью, например, белой ручки. Мы берем ее и аккуратненько добавляем свет. Также в целом форму можно подровнять. А свет я буду наносить на каждую выпирающую тут часть. Тоже аккуратненькими штришочками. Где-то сильнее, где-то чуть слабее можно ручкой пройтись. И вот так вот освещаем. Доходим до краешка. Вот так вот, отлично. Вот такой вот круассан маркерами у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Инстаграм. С удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Инстаграм находится в описании к этому видео. Я вам напомню, что мы рисовали в нашем классном скетчбуке от Imperia Picture. Просто посмотрите, какая крутая у него обложка. Найти это и другие варианты обложек вы можете в нашем магазине на Wildberries Imperia Picture по ссылочке в описании. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!